Какую-нибудь итальянскую фразу. А, нет, нет. А? Грация. Это мне напоминает анекдот, как замечательный есть такой анекдот, но это будет жуткое, то есть этого не надо писать. Это, значит, работяги собрались, один хвастается, что он говорит по-испански. Он говорит, ну скажи что-нибудь по-испански. Он говорит, да вы что, мне не верите, что я говорю по-испански? Я говорю, мы тебе верим, ну хотя бы вот сколько. Он говорит, вы мне не верите, суки, вы мне не доверяете. Он говорит, ну скажи что-нибудь, ну и вообще, там, он говорит, ладно, ладно. Значит, он говорит, ну скажи что-нибудь по-испански. Он говорит, ладно, хорошо, сейчас скажу. Пошел нахуй, Антонио.